Всем привет! Итак, наступили выходные, и ваш антиквар, как всегда, поехал на барахолку. И купил именно для вас вот такие замечательные предметы, чтобы показать именно вам. Вот эта медаль и эти три знака, они были на одного человека. И вот такой значок мне подарили как бонус. Это у нас медаль за трудовую доблесть. Медаль 53-го года. Обычная, не номерная. Это к ней удостоверение. Затем мне первый раз попался вот такой вот интересный знак, научный рейс. И вот здесь вот Персея надписи и Пинро. Если вы обладаете какой-либо информацией насчет этого знака, напишите мне Viber, WhatsApp, скиньте мне какую-то информацию, возможно, скрины по цене. Сколько он стоит? Первый раз попалась такая вещь. Вот так вот он выглядит на закрутке. Ну, интересный такой в эмалях. Переходим дальше. Почетный радист СССР. На винте. И теперь самое-самое интересное, это почетному полярнику знак. Он идет номерной. Как минимум $200 цена. И чуть позже я вам скажу цены, почем я все это купил. Какие красивые эмали, если присмотреться вживую, смотрится вообще просто огонь. Казалось бы, обычный знак винтовой, но ему цена $200, поэтому обязательно дома пересмотрите после ваших родителей, бабушек, дедушек, вот такие подобные предметы. Также я готов оценивать подобные вещи только для своих подписчиков. От вас всего лишь нужна подписка на мой канал и нажать на колокольчик. Вы делаете качественные фотографии и отсылаете мне на Viber, на WhatsApp и получаете оценку конкретно ваших наград, медалей, орденов, знаков, ромбиков. И вот такой значок. Арктик уголь, Шпицберген. И часы обычные советские, позолоченные. Их очень много было, есть и будет. Ну, естественно, люди сдают не от хорошей жизни. Вот эти даже еще ходят немного. Ракета. Это у нас аушка. А вот эти две десятки. Итак, часы я купил по 40 гривен. Это у нас получилось за 120. И вот этот комплект я, получается, за знаки заплатил по 100 гривен. Этот мне дали бесплатно. И за медали заплатил 200 гривен. Ну, вот такие мои покупки. Это 500 и 120, 620. Вот, а здесь только один знак стоит
как минимум 200 долларов. А если продавать за границу, то ценник будет как минимум в половину дороже. Ко мне часто обращаются мои подписчики, которые живут за границей, и я им под заказ подбираю интересные товары антиквариата. Поэтому, если вас интересует что-то там, допустим, часы, вот такие подобные знаки, статуэтки, столовое серебро, вы просто напишите мне на Viber, на WhatsApp, и мы с вами созвонимся и все обсудим. Я у себя в стране покупаю и вам высылаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!